Все уже позади. Мамочка. Тяжело. В груди. Давит. Сними это. Не могу пошевелиться. Фирмовый воский строй. Это фирменный итальянский костюм. Сбышь? Сбышь. Это ты. Это ты. Алло. Аня. Ты кто, Пшиша, я стою? Как хорошо, что ты здесь. Чутко. Тише. Пшипраша. Прости. Аню? Сестра, Аня. Уходи с бегни, слышишь? Сестра. Сестра. Тихо, 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 тихо. Сестра. Сестра. Все хорошо, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, скорее, пожалуйста, скорее. Сестра, сестра. Белочек, белочек, пасса миля фиолетта. Быстрее передай мне шприц. Слышишь, мянушка? Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо, все хорошо. Никогда не должна узнать, что. Понимаете? Вы меня понимаете? Да, хорошо, профессор. Профессор. Азбинев. Что обещают в консульстве? Еще одна неделя, сеньор Дзанолли. Можете подождать? Деньги. Деньги будут. Держи. Ну вот видишь, осталось всего 4 месяца. И все это снимут. Давай-ка поедим. Анжика.
Слушаю. Тухольский. Снова. Сезона и анкора. Да, это не рекомендую. Я бы вам просто не откладывать слухавки. Не трубку, иначе я позвоню полиции. Звоните кому хотите, у меня больше нет ни одной веры. Что? Алло. 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 Простите. Скуза. Простите. Allora gli proponiamo questo gruppo che viene dalla Svezia. Sono due uomini e due donne, hanno una voce bellissima. L'ho già proposto ai produttori, loro vogliono solo Anna Герман. Allora vai tu da solo da loro e canta tu. Тогда сам иди к ним и пой. И так конец не пришлище. Вы все-таки не пришли. Лей, веро? Это вы, верно? Она потребует их деньги. Ей нужны эти деньги. Сольди. Деньги. Сервоно пер... Они нужны, Аня. Ну, капиш, не разумею, пан. Вы не понимаете. Она потребует помощи. Ей нужна помощь. Каписко. Я понимаю. Però... Но... La nostra società ha fatto tutto quello che poteva. Di più non possiamo. Больше мы non abbiamo не più можем. Soldi. У нас нет больше денег. Mi dispiace veramente. Мне правда очень жаль. Addio. Прощайте. Подам вас до суду. Я подам на вас в суд. Ты счастье мое, ты мое счастье, весенне, весеннее, зимовое, лазовое, весеннее, летнее, осеннее. Лечь повидь мне на добраноц. Только пожелай мне доброй ночи. Через уста сенне. Прошепчи сонными за устами. За что ж так? За что так? Что? Что? Боль. Больно? Сбыщу. Слухам, что? Да. Что вам мне сделать? Пойди. Завой, так ярко. Юж, иди. Уже иду. Иди, Юж. Юж. Иду уже. Già parlato col professore. Вы уже говорили с профессором? Не, нет. Andate, lui vi aspetta. Идите, он ждет. Аню. Аня. Аню, лепи. Аня, тебе лучше. Сбыщу. Сбысь. Хочешь, чтобы мне было лепей? Хочешь, чтобы мне стало лучше? Забежь мне до дома. Забери меня домой. Альбо сама учекна. Или я сама сбегу. Анна Герман, не помогание места. Сколько я пану возьму вольное место? Я вам возьму свободное место. Вы прислали к тяжело больному? На разе тут, а на квартале. Пока здесь, в коридоре. Ну, где пани что? Ну, знаете. Звышек! Пани, пойди за мной. Идите за мной. Аннушка, я сейчас не волнуюсь, я скоро, ладно?
А мы кого-нибудь познакомим. Ваня, сюда, познакомься с новенькой. Ладно, я красивая, начну. Как снежная королева. Нова? Новенькая. Тож мне твоя отфаж выдаешься знакомым. Что-то мне твое лицо кажется знакомым. То неможливо. Войтек. Невероятно, Войтек. Видишь, кто-то есть? Знаешь, кто это? Анна Герман. Анна Герман. То пани? Это она. Вы? Естем певи. Это она, я уверен. Все будет хорошо. Мама! Мама! Боже, заварчите, ты господа, жива, Анна Герман. Анна Герман. Прошу тебя, не дотыкай. Пожалуйста, не трогайте меня. Мама! Пане министре! Господин министр. Прошу пана, прошу господин, себя затримать. Пожалуйста, задержитесь. Сюда не вольно входить. Пане господин министр! Стой, я сказал. Не есть министр, чего вам хотите? Чего вы хотите? Я потребую министра, он уж может. Не, он не мучи мне помочь. Не разумеешь, не спадай стол. Не мне, а мне Герман. Анне Герман. Нех вам го пусти. Пустите его. Пани будет лежать в отдельной сале. Вы будете лежать в отдельной палате. Окна не отвирать. Окна не открывать. Тиранок не отсланять. И не зашторивать. Światła nie gasić, musicie palić przez całą noc. On должен гореть всю ночь. Żadnego jedzenia na stoliku. Никакой еды на столике. Odwiedziny od 9 do 16. Odwiedziny z 9 do 6. Pani może odwiedzić córkę jutro. Możecie nawiedzić dość завтра. A we Włoszech mama ze mną była. Простите, но в Италии мама была со мной даже ночью. Dzięki Bogu, to nie Włochy. Слава Богу, здесь не Италия. Proszę do wyjścia. Прошу на выход. Аннушка, не волнуйся. Я к тебе завтра утром приеду. Так, вот наш календарик. До завтра. Прошу до выйти. Прошу на выход. Прошу отпочивать. Отдыхайте. Пани со? А знаете? А может утро? Может уже завтра. Правда? Правда? Да, правда, мне пану больно. Вы меня освободите? Забачим. Посмотрим. Мам, дай мне его. Пани Бердер. Госпожа Бернер. Пани, пойди за мной. Идите со мной. Прошу, то все вот, есть ваше. Это все ваше. Уж не знаем, где ее магазиновать. Мы уже не знаем, где это хранить. Что то есть? Что это? Листы. Письма. Как разумеем, от Вивини. Насколько я понимаю, от поклонника. Дай пани забрать. Сможете их забрать? Герман.
Dlaczego pani nie przynosiła ich? Bo ich nie przynosili. Tu szpital, a nie poczta główna. Jest granica, a nie glampoczta. Pan doktor powiedział, że pacjentce nie wolno przeszkadzać, więc... I doktor powiedział, że pacjentki nie można zabierać, поэтому заберите их. I tamte również. I эти тоже. Пан Рысь? Наконец-то! Вы? Что вам надо? Могут помочь. Ты не должна бояться. Нам ничего от вас не нужно. Заберите это. Ты же знаешь. Знаешь, что я прав. Уходи. День добрый. День добрый. День добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, пташино, естесь готова? Ну что, птичка, ты готова? Пане Рысь, пан будет пиловал. Господин Рысь, вы будете это пилить? День добрый. Добрый день. День добрый. Здравствуйте. Господин, не можно. Нельзя же так. Прошу еще направду не бить. Не бойтесь. То не будет болеть. Не будет больно. Может, пани мне заспева укохану песенку. Может, вы споете мне любимую песню «Танцующие в Редике»? Не памятам слов. Я не помню направду? Слов. То я пани заспевам. Тогда я вам спою. Кавиаренце на рогу, каждой ночи есть концерт. Затримайтеся прогу, в Редике танчонце, заним швид. Pierwszy promień rzuci smugą na ściany. Płyną gwiazdy jak stulecia, noc kotary mgły rozwiesza. Na tańczące Eurydyki koronkowy rzuca szal. Płyną gwiazdy jak stulecia. Co się stało, panie Rysiu? Что ты не так, господин Рысь? Wszystko w porządku. Все в порядке. Мой Боже. Бог мой. Боже.
Господи. Снова могу отдыхать. Я опять могу дышать. Но ведь не вечера, что такое счастье. Я даже не знала, что это такое счастье. О, Господи. Да как же это, а? Я не чувствую ног. Что? Я не чувствую ног. Це подач? Что вам? Пиво. Пиво. Не, портвейн. Нет, портвейн. Принцы. Еще. Паскудная погода, правда? Паршивая погода, правда? В таком похмурном погоде человек не повинен быть. В такую хмурую погоду человек не должен быть один. Чи то ще стало? Или что-то случилось? Чему пан есть сам? Почему вы один? Не ясно сам. Я не один. Пан что-то укрыл. Вы что-то скрываете. Альбо пан старомодный. Или вы старомодный. Боитесь пан ковы. Вы боитесь женщин. Ходьмы. Пойдем. Ходьмы. С нами пан еще не будет нудил. С нами вам не будет скучно. Уже прошу. Простите. Что же стало? Что-то случилось? Это не для меня. Это не для меня. Прошу. Простите. Не можно. Надежды нет. Все центры управления мышцами вышли из строя. Нервные клетки погибли. Навсегда прикованы к постели. Навсегда. Пан докуда идёт? Куда вы идете? Прошу се затримать. Остановитесь. Если пани кобьета учнёт. Вы женщина или нет? Уже пани зразумеет. Можете вы понять? Прошу. Пожалуйста. Уйди. Нет. Нет. Я не потребую от тебя литости. Мне не надо от тебя жалости. Не литую еще над тобой. Я не жалею тебя. От самого початку кломалась. С самого начала ты лгал. Вечала еще до конец. Ты знал, что это конец. Будь что. Зачем тебе это? Что, если ты за добрый, чтобы жутить инвалидка? Что, слишком добрый, чтобы бросить инвалидку? Верный идеальный сбышек. Верный идеальный сбышек? Я ястом чи парцу вченчна за вшестко. Я очень тебе за все благодарна. Але я не хочу тебе больше видеть. Но я не хочу больше тебя видеть. Выйди. Уйди. Это что? Ну что? Еще раз наставить? Еще раз включить? Что? Да? Выйди. Уходи. Аня. Аня. Или мне знаешь? Сколько ты меня знаешь? 7 лет. 7 лет? И же так вот фото тебе не удает. Ты же знаешь, что так просто я не уйду. А кто будет для меня спевал? А кто будет мне петь? Найдешь себе другую. Найдешь себе другую. Что ты робишь? Что ты делаешь? И что, Аня? Знаешь что, Аня? Я был в баре и долго мышлял. Я был в баре и долго думал. Помышлял себе, что в Варшаве есть... И я так подумал, бар, что в Варшаве много красивых девушек. И некоторые очень ладно спевают. И некоторые хорошо поют. Так? Правда? Угу. Да. Я что-то пробовал. Знаешь что? Я пробовал, но... Я хотел и... Пробовал, но... Но не получается.
А зараз ты моя. А сейчас ты моя. Нигде уж не отойдешь. И никуда уже не уйдешь. То есть жадко. А это редкое счастье. Пышак. Сбышек. Я не хочу для тебя так. Я не хочу, чтобы ты так жил. Я не хочу иного. А я не хочу по-другому. Аня. Аня. Чекавам на тебя 7 лет. Я ждал тебя 7 лет. Зараз уж не отойдешь. А сейчас ты уже не уйдешь. А зараз ты только моя. Сейчас ты уже только моя. Така? Такая? Така. Такая. Не верь в то, что мовил лекарь. Не верь тому, что говорят врачи. Авторитет. Консилиумы, авторитеты. Я верю, что будешь ходить. Я верю, что ты будешь ходить. Будешь спевала, будешь подружовала. Будешь петь, путешествовать. Не веришь им. Не верим. Я верю в себе. Верь себе. Я в тебе верю. Я в тебя верю. Все на гимнастику. На гимнастике. На гимнастику. Аня. Аня. Спробуем. Попробуем. Победил очень сказал, что это только на праздники. Так, да. Але не вруться, это уж но не я больше никогда правда? Сюда не вернусь, правда? Нет. Нет. А где будем, мы будем жить? Достались мы мешкани в министерство. Мы министерство на какое-то время. Правда? Будем иметь властные мешкани. У нас бесчисленная квартира. Надеюсь, что надеюсь, не стены там не будут биты. Шамалуем. Перекрасим. Нет. Нет. Никто я не хочу в машину. Аню, хочешь там выехать? Ты хочешь отсюда уехать? Замкни уже. Закрой глаза. Не бойся. Не бойся. Добре. Хорошо. Добре. Хорошо. Лист до 10 и дойдем в дом. Посчитай до 10 и мы будем дома. Не. Не хочу лечить до 10. Не хочу считать до 10. Опа. А тут нет. А комната у нас большая. Огромно. Огромная. Это наша вот наша квартира. Мы получили ее благодаря щедрости министерства. А где из ваших зеркал? Здесь. Люс. Зеркало. Нужно повесить зеркало. Да, хорошо. А тут туалет, да? А здесь туалет. Ну, очень подходящее место. Аня, ну, это книга. Я очень скучал. Кухня. Кухня. Дякую. Спасибо. Вправде, на самом деле, видеть, а может, не видно, окна на полу, но окна выходят на юг, и здесь прекрасный восход солнца. Не выходишь, да, на Висла, мы будем ходить туда, на лодке, утка, а весной я найду лодку, и мы сможем плавать. А где есть наше гнездко? А где наше гнездышко? А тут, а? Здесь. Где пианино? Тут пианино. Чекай. Подожди. Не повинен, Аня. Не стоит. Да нет. Ничего. Больно. Боже, Аня. Аня. Мам, где тут какие-то... Где-то тут таблетки. Пью это лекарство, которое давали в шпиталу. Я купил лекарство, которое тебе давали в больнице. Нет, Шаба. Не надо. Выключи светло. Выключи свет. Что? Нет, Шаба. Не надо. Выйди. Уйди. Добре. Хорошо. Уже 5 месяцев, как я пишу.
Я пишу книгу об Италии и о катастрофе. Почему-то верю, что когда допишу, смогу ходить. И тогда приеду, бабушка, к тебе. А недавно... Мама, ну сколько можно читать одно и то же? Хватит. Давай вот. Выпей. Вот это тебе поможет. От чего? От старости. Я радуюсь. Счастливая Анечка. Счастливая? Да. Она молодая. Сейчас не 30-е годы. У нее есть мужчина, которого не разбудят среди ночи и не увезут навсегда. Увидишь, они справятся. Больней меня. Не могу верить. Оставь меня в покое. Я больше не могу. Страшно. У меня ужасно кружится голова. Дихай, только 10 ступней венций. Тримайся. А? Сегодня всего на 10 градусов больше. Держись. Что за щепали? Что-то горит. Палище! Горит. О, черт, овсянка. Подожди. Спусти меня с поворотом. Опусти меня назад. Хорошо. Зараздаться. Я сейчас вернусь. Вот черт. Может, яичница? Нет, это яичница. Я не хочу яичницы. Развяжь меня. Развяжи меня. Черт побери. Яичница. Яичница. Я же не хочу яичницу. Я ведь говорила, что не хочу яичницу. Хорошо. Ну, пришла пить подлога. Лучше бы ты вымыл пол. Самиш, конец брут. По всей квартире грязь. Кто-то. Кто это? Не знаю. No dobrze, panowie. Хорошо, господа. Спокойнее. Ты поворотку перед покоем. Będziemy tu skręcać. Здесь поворачиваем. Tutaj do pokoju. Здесь комнату. Уважайте только на... Осторожно с этим. Хорошо. Осторожнее. Осторожно. Под стену. И под стенку. Под стенку, осторожно. О, якбыście могли przekręcić. Если бы вы могли повернуть так. Dobrze. Хорошо. Спокойнее. Спокойно. Proszę bardzo. Прошу. Jest. О, dziękuję. Вот так, спасибо. Так может быть. Так может быть. Będzie. Dziękuję bardzo. Большое спасибо. Dziękuję. Спасибо. Аня, я... Хотел... Что хотелось? Что хотел? Хотелось мне припомнить, что ничего не надо. Ты хотела напомнить, что я ни на что не гожусь? Что все стратено? Что все потеряно? Ну то не спевай. Ну так не пой. Что значит не спевай? Что значит не пой? Надеи. Ведь да даже врачи не дают мне никакой надежды. Так зачем? Не удамися. У меня не получится. Да. Так не удастся. Да, не получится. Так никогда не будешь ходить. Ты никогда не будешь ходить. Никогда не будешь петь. Да, ты никогда не будешь петь. Что, легче тебе теперь? Выносься. Убирайся. Докон ты идешь? Куда ты идешь?
Леший! Збышек! Леший! Лешек! Джей! Привет! А Юля Кияны? А Юля Кияны? Они еще в дружине? Играю! Они играют! О! Алиге! Може вручиш, м? Це? Може вернешся, а? Не. Нет. Пойду уж. Я пойду. Муше купить молоко. Мне нужно купить молоко. Змінилося. Ты изменился. Бедаку. Бедняга. Не повезло тебе. Не повезло тебе. Но ніц. Ну ничего. Зато мешкання по тим шістким. Зато квартира после всего этого. Замельдував ще юж? Ты уже прописался? Иди уж. Иди уже. Грай. Играй. О что тебе ходи? В чем дело? Ну что ты? Ну что ты? Что сейчас стало? Что случилось? Я действительно пытаюсь, но у меня ничего не получается. Неправда. Неправда. Зубачили сама. Она разрушалась. Посмотри, сколько ты сама разбросала. Аня. Аня. Пришедшим, чтобы тебе поведать, что... Я пришел, чтобы сказать тебе, что... Как бы это выразить, что... Как бы это выразить? Просто хочу тебе поведать, что... Просто я хочу тебе сказать, что... Ну, женюсь. Женюсь. Ну, хорошо. Ну, так вообще повинно быть. Ну, так и должно быть. С кем? На ком? Знав его? Я знаю ее. Знаешь, знаешь. Знаешь, знаешь. Ака. Такая... Высокая девчина. Высокая девушка. Нет, я так не хочу. Аня, это не так повинно быть. Это не так должно быть, пойми. Не видишь? Не видишь? Что? Что? Но ты сидишь. Ты сидишь. Ты сама сидишь. Ты сама сидишь. Аня! Аня! Ты сидишь! Ты сидишь. Посади меня на подлог. Посади меня на подлог. Что? Что? Добре. Хорошо. Принеси ведро и шмат. Принеси мне ведро и тряпку. Что? Что? Добре. Хорошо. Почекай. Подожди. Боже. Господи. Прошу. Вот. Прошу. Вот. Господи, сама моя подлога. Я сама мою пол. Сама мою подлогу. Сама мою пол. Давай не веришь. Давай не веришь. Ты даже себе Боже. Представить не можешь. Как это счастье. Какое же это счастье. Мама.
Ложись спать. Меня всегда это поражало. Еще с детства. Любовь долго терпит, милосердствует, не гневается, не помнит зла. Всему верит. Ирма, возьми. Отдай Анне. Мама, я тебя прошу. Мама, пожалуйста, ты все сама отдашь Анне, все скажешь. Возьми, говорю. Отдай Анне. Воды. Пить очень хочется. Все-таки какой он молодец, а? Раньше такого сказать нельзя было. Ойгин таким же был. Помнишь? А хлеб до овсянки с маслом? А хлеб к овсянке с маслом. Бенде. Буду. Аня, скажи, что будет на обед? Угадай, что будет на обед. Не воображаем себе земляки. Не представляю, картошка? Аня? Нет. Супа с клёцками. Суп с клёцками. Пани Геня дала мне препис. Пани Геня дала мне рецепт. Шикуйся. Готовься. За хвилю принесу снедание. Сейчас принесу завтрак. Мне стыдно. Я коза мне жена. Ну какая я жена? Окропна. Ужасная. Bardzo chciałabym zapomnieć. Wykreślić z pamięci całe dwa lata. By kiedyś móc znowu bez uczucia niechęci zaśpiewać którąś z pięknych piosenek neapolitańskich. Skończyłeś książkę? Ty zakończyła kniżkę? Tylko, że ona nie pomogła mi zapomnieć. Tylko ona nie pomogła mi zabyć. Nic się nie skończyło. Niczego nie zakończyło. Ciągle wracam.
Автостраду. Я все время возвращаюсь на ту автостраду. Так вообще пантеку самоходу. В ту проклятую машину. Каждую ночь мышлю? Каждую ночь. Мышлю. Я думаю. Спишу. Чему я? Сбысь, почему я? За что? За что? Не вем. Не знаю. Wszystko, czego nauczyłem się przez ten rok, Aniu. Все, чему я научился за этот год, Аня. To to, że czasem jeden dzień. Это то, что иногда. Równa się całemu życiu. Один день равняется целой жизни. Dziś żyjesz w goryczy. Сегодня живешь в горести. Jutro w nadziei. Завтра в надежде. Pojutrze w szczęściu, a potem. Послезавтра в счастье, а потом. Potem przychodzi rozpacz. Потом приходит отчаяние. Единственное, что тебе остается так на цоде. Единственное, что тебе остается на каждый день. Что тебя трима. Что держит тебя. То милость. Это любовь. Не вем. Не знаю, почему. Почему мы? Почему мы? Вем, что тебя кохам. Но я знаю, что я тебя люблю. Вежа. И верю. Вежа, Аню, что будешь ходить. Верю, Аня, что ты будешь ходить. И будешь спевала. И будешь петь. Я сама.